Вот и подошел к концу 9-й международный театральный фестиваль у Троицы. Жюри вручило специальные призы и наградило победителей в 6 основных номинациях. Лучшим художником спектакля стала Елена Жукова за спектакль «Русский роман» Липецкого академического театра драмы имени Льва Николаевича Толстого. Лучшим актерским ансамблем признали Антона Кузьменко, Наталью Ларюнину, Фарита Халяпова, Ульяну Чеботарь, спектакль «Среди гостей в одной рубашке» Мытищинского театра драмы и комедии «Фест». Приз за лучшую женскую роль забрала Ирина Малянова за роль Павлы Петровны Бальзаминовой в спектакле «Бальзаминов» Пермского театра «У моста». Лучшая мужская роль – Сергей Холкин за роль Юрия Михайловича Цыплунова в спектакле «Богатые невесты» Мичуринского драматического театра. Оригинальность и мастерство режиссуры – Анатолий Ледуховский, спектакль «Васса», «Видогонь театр», город Москва. Лучшим спектаклем фестиваля стала постановка «Егорушкины птицы» режиссера Евгения Гельфанда, новый художественный театр, город Челябинск. Мы все, и наше прекрасное жюри, и мы зрители, и наши коллективы наших театров-участников 9 дней были в одной большой лодке. Я хочу поблагодарить команду театрального ковчега в лице его директора, директора фестиваля Марины Александровны Игнатовой за ту огромную работу, за ту подготовку и организацию фестиваля, которую вы все ощутили, за их добро, за их желание делать, за их любовь. Ну, любовь – это, наверное, главное, что движет этими людьми. И во всей этой суматохе организаторской деятельности фестиваля они еще смогли и показать спектакль. Спектакль очень хороший, очень трогательный, очень душевный спектакль «Мамониха», который я увидела, наверное, в 2018 году, лет 5 назад, и тогда он вызвал во мне эмоции. То есть я думала действительно, а стоит ли возвращаться в свою малую родину, а что меня там ждет. И эмоция, опять же, это главное, что должен вызывать театр. Марина Александровна. Я хочу Марине Александровне приглашается идейный вдохновитель, без которого в нашем городе не случился бы этот театральный праздник. Директор Международного театрального фестиваля у Троицы Марина Игнатова, под ваши аплодисменты, друзья! Это правда. Министерство культуры и туризма Московской области Марине Александровне Игнатовой. Ну, там официальные слова за то, что она Марина Александровна Игнатова. Я благодарю зрителей и благодарю жюри за высокую профессиональную работу и за то доверие, которое вы нам оказали. Но самое главное сегодня я благодарю свою команду. Ребята, я вас очень сильно всех люблю. Мы делали то, что смогли. Мы привезли те коллективы, какие смогли. Вы все знаете, как нам было это трудно. Самое главное, даже если мы где-то ошиблись, где-то что-то не смогли сделать, мы делали все, что могли, и делали это честно и с любовью. Я вас также всех очень сильно люблю и благодарю за ваш труд. Потому что эти 9 дней для нас реально вместили по нагрузке, эмоциям, событиям, наверное, у обывателя 299 дней. Спасибо вам огромное. Спасибо зрители, спасибо жюри. 9-й международный театральный фестиваль у Троицы объявляется закрытым. В следующем году состоится уже юбилейный 10-й международный театральный фестиваль у Троицы. Владимир Новоселов, День города.